Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала. С вами я, LEGO Style номер один. А сегодня у нас обзор на Buildable Figure, на сборную фигурку Дарт Вейдера. Да, LEGO Star Wars, артикул набора 75111. Нет, 1-1, да. Дарт Вейдер, собственно, от 9 до 14 лет. Buildable Figures и Disney. LEGO Star Wars. На задней мы можем видеть, что у него нет никаких функций. Вот, просто виды. Нет никаких функций. Также сказано, что он 28,5 сантиметров в высоту. Вот. Вот так вот. Давайте теперь посмотрим инструкцию данного набора. А вот она, сама инструкция, почти как у генерала Гривуса. Вот тут начинается постройка. Кстати, чтобы хотелось отметить, тело у него полностью, техниковское. Ну, почти полностью. Вот так вот примерно, вот. То есть это очень круто, реально. Вот так как-то примерно выглядит его тело. Это действительно очень классно. Вот. Вот так выглядит его тело без щитков. Это классно очень. Очень. Вот, ну, тут у нас перечень деталей. Наборы. Сценка. Еще наборы. И Уин с роботом. Теперь давайте посмотрим, наконец-таки, на Дарта Вейдера. И вот он, Дарт Вейдер. Но к нему у меня очень, кстати, много придирок. Вот. Вот он, грозный саблемах. Что я сказал? Вот он огромный такой, классный. Но сразу спойлерую его минус, скажем так. Очень большой минус. Очень-очень большой минус. Без плаща он говно. А кто меня смотрит, тот знает, почему я ненавижу плащ. Потому что все самоделки с плащами, либо плащи их уродуют, либо без плащей самоделки говно. Вот, давайте снимем плащ. Ведь этот Дарт Вейдер, он должен быть крутой без плаща. Блин. Ну, ребят, я не могу показать, эта деталь стала каменно. Так. Сейчас. Каменно встала, реально. Дурацкая деталь. Собственно, хорошо. Давайте взглянем вот таким образом. А. Нет. На инструкции это будет плохо видно. Поверьте на слово. Без плаща он говно. Все. Давайте теперь его рассмотрим. Ну, реально, я не могу отсоединить. Если вы думаете, что это отмаза там, я просто хочу его унизить. Я не могу это открепить. Я порвал плащ, блин. Ну... Вот, я всеми силами вам старался. Посмотрите, что я наделал. Первый минус плаща. А, нет, это... Мой зуб, как он болит. Ребята. Это ужасно. Я уже злой на этот набор, только из-за этого. Вот, в общем, вот это вот очень некрасиво. Минус полбалла. Что еще могу сказать? Без плаща он говно, минус балл. Это у нас уже 8,5, да? Давайте его все-таки рассмотрим. Его ноги необычайно длинные, поэтому они очень некрасивые.
То есть вот так мы видим эти ноги. Они защищены, кстати, сзади. Представляете, как у меня зубы болят. Я не могу снять эту деталь, уж простите. Она там каменная просто. Вот. Новые, естественно, щитки бросаются в глаза. Вот, собственно, вот так. Очень много тут принтированных элементов. Вот это вот принт, допустим. Вот. Я думаю, понятно. Ноги довольно-таки простые. И дальше, естественно, идет у нас тело. Да. Да-да-да. Тело прикольное. Давайте отсоединим ему руки. Я вам покажу, что там хранится внутри. Не хранится, а что там, какая начинка у него. Ну вот, допустим, у него там сразу виден техник. То есть вот. Вот так у него там все внутри. И в плане того, что можно очень классно играть, типа там у него какие-то штуки отвалились, или его разбирают там как-то. Кстати, это не в тему... Тело слишком квадратное какое-то, я не знаю. Кстати, так он, по-моему, круче выглядит, да. Также можно его перевести в другой режим, собственно. Это делается очень просто. Но проблема, некуда деть вот это. Поэтому это не очень удобно, видите, как получается. В принципе, он должен держать эту штуку. Первый раз в одном только наборе у нас есть лазерный меч, который тоже резиновый, собственно. Вот. Дальше, что бы еще хотел сказать? Руки, ну, о руках нечто сказать. Собственно, руки обычные совсем. Вон, совсем простые. Кстати, посмотрите, как там все крепится. Эти там шарики, вот. Собственно, руки вообще простые очень. И отдельно внимание голове. Она вообще на Лего не похожа. Вот никаким образом она не похожа на Лего вообще. Она очень красивая. С таким креплением. Не похожа на Лего. Но также она очень необычная. И от этого она классная. Вот. На детали его однозначно покупайте. Если хотите крутую фигурку, то купите генерала Гривуса, он лучше. Вот. 8.5 заслужил наш Гривус. Ой, Дарт Вейдер, он хуже. Да. Реально, ну все равно классный набор. Видно то, что это злодей. А я знаю, как я вам покажу его без плаща. Чего же я сразу не догадался. О, боже! Вы поняли всю суть? Посмотрите, какой он убогий. Блин, он ужасный без плаща. Поэтому я вам говорю, вы все могли увидеть, то, что он очень убогий без плаща. А так он создает грозный вид. Прикольно, и покупать я его советую. А вы, в свою очередь, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был я, Лего Стал номер один. И всем пока. До скорых встреч.